Так, магаз. Боеприпасы получаем это все. Продаем ненужное. Блин, шкуры. Ну ладно. Олень, значит, у нас есть. Посмотрим, что у нас по какие-нибудь оружия, по каким-нибудь оружиям. Подождите. Стоп, секунду. Создание предметов. Чехлы. Еще одна шкурка. Нам должна быть. Далее, пистолетики. Дробовики, штурмовые винтовки. Чтобы взять. Это у нас покупать нужно. Да, пока что нам ничего интересного нету, поэтому я не вижу смысла. Ну, можно купить, можно, можно. М700 тут. Точность. Вот это, по-моему, должна быть глушителем. Или вот это, как это из этих. Вот. Ну, давайте пока экипируем, наверное, СВД на место пистолетика. Пока что. Ну, посмотрим. Ну и, не знаю, вроде бы все пока что. Я точно не знаю. Все, отправляемся. Туда. А, вот что я хотел. Дополнительное задание. Ну да, сейчас захватим аунпост. Вышку. Там испытание. О! Там машина. Ну, блин. На чем же я поеду-то? Посмотрим. Может, здесь транспорт где-то есть. Во! Да. Тут помечать-то не надо. Как называется он? Извините, что так часто карту открываю, честно. Старые шахты. Мне кажется, тут хищники водятся независимо от того, есть ли они на карте. Ну, вообще, некоторые звери. Не могу ошибаться. Почему-то нам налево, наверное, да? Или как тут лучше-то даже проехать? Да, налево, скорее всего. Потому что там мы поедем немного не в ту сторону. Свиньи нам не нужны. Нам нужны кабанчики. Ну, насколько я знаю, насколько я помню. Это собаки там в эту соседи бесят реально. Уйди, уйди, уйди. Самое главное, не попадайте мне тут под колеса. А то не хочу себе лишних врагов наживать. Посмотрите, Бэттаун. По-любому осматривать буду. Бляха, ты забрел куда-то. Сейчас там, по-моему, смотрите-ка. Ух ты, сколько тут ценного. Точнее, сколько всего мигающего. Тиара. Белый лист. Такого не знаю, такой нам не нужен. Ары. Девушки любят эти цветы, пишут. И вот тут еще что-то я видел. Цветочек. А это, наверное, желтый. Или янтарный. Ну, янтарный. Да, янтарный. Как и знал. Можно изготовить там что-то. Давайте глянем, что. А, животных можно будет находить по запаху. Уже есть даже один. А, нет такого, слушайте. Готовить. Стоп, подождите. Репеллент. Куда нам его лучше-то? Ну, на время, потом будем применять, если что. Нет свободных ячеек. Пока что. Ну, камень нужен, по сути, да? Точно, камни-то я забываю использовать. А затем... Зеленый листок был. Цветов, да. Блин, тут вообще дорога есть. Как тут проехать-то, блин? Где я? Дельтаплан. Дельтаплан. Да ёб твою. Там мост, наверное. Да что ж такое? Да как там проехать? Ой, извини, я, по-моему, вау, скотина тут даже есть. Кстати, можно на будущем, если что, тут корова, будем знать. Или быки, кто это, не знаю, буйволы. Корова похожа. С
скотина типичная. Походу я расфигачил чей-то этот, чей-то забор. Дороги, а? Вот что значит без карты. Ну что, далеко нам там? Да я даже не знаю, правильно ли мы едем. Вот да. Да, вон дым уже. Можно по дыму, ориентироваться. Так, ну и здесь я предпочитаю, наверное, слезть. Так, если что, у нас есть снайперская винтовка. Так, да еб... Чё шутите? Ага. Там, по-моему, зверек какой-то у них есть в клетке. Тут на будущее, если что, можно выпустить. Ну, почему не... А, вот. Так. Давайте сейчас репеллентик, наверное, используем. Семерка, по-моему. Нет, не семерка. Да, вон еще. Круто было бы их сверху, кстати, замочить. Просто шикарно было бы, я думаю. Откуда-то оттуда надо их. Потому что они как-то так в склоне в этом. Давайте, наверное, отсюда сейчас со снайперки будем тихонько минусовать. Для начала, я говорю, еще раз надо осмотреть их как следует. Все это... Вот там собачка. Так. И там вот снайпер один, который я не засек, потому что он был за укрытием. Теперь я даже не могу понять, где... Хрен знает. Короче, делаем следующее. Минусуем этого. Сейчас. Сейчас. Сейчас проедет кто? Да, враги. Все, они вроде... Ну, сейчас подальше проедут, а то не хочу себе проблем лишних. Итак, если что, вот куда-нибудь за дерево, вот за это. Ну, давай, сам главное попасть. Так. Надо сменить немножечко. Блин, они стали, по-моему, там. Да еб просто. Что ж такой слух-то нехороший. Собака бежит. Он даже животных отпугивает. Отлично. Там еще снайперы где-то. И них же где? А, вон там лучом светит своим. Саном. Где ж ты, блин? Так, куда-то... Где-то он меня палит, но я... Вот он. Собак? Нет, нет, нет. Нет! Просрал, ну как ж так-то? А, подожди, это собака надо. А чё, она тоже что ли считается? Да это бред. Сейчас посмотрим. Наверное, я не захватил типа. А, 1500. Шикарно, чё тогда. Бляха ты, муха, чё я сделал? А, ну я здоровье восстановил. Не ту буковку нажал. Так, а это, видимо, там, да, леопард. Надеюсь, себе в порядке. Мы позаботимся, чтобы он остался в руках Харки. Все. Теперь нам необходимо просто закупиться. Мы еще не закончили. Так. И
наверное, снайперскую винтовку пока на горе нет. Доступна какая-нибудь такая? Я про ту, которая... Какая-то она там... с одного патрона, видимо, убивает. Ну, я и помню, там она в четвертой части есть. То есть... Так, это мина. Видимо, я не могу взять, что ли, хрен знает. Все, я одолжу вас тут эту машинку. Нам сейчас необходимо добраться до вот этой вышечки. Так, отлично. Так, здесь еще самое главное дорогу-то найти. Да, вот тут, по-моему, наверх надо как-то подняться. Я надеюсь. Стоп, я назад, что ли, приехал? Да, походу. Там старая шахта, может, там тоннельчик какой-нибудь есть. Ладно, сейчас посмотрим, куда нам ехать. Так. Собаки долбаные. Ну ничего, у нас там... О, вот вышка-то наша. Я думал, он где-то там наверху. Машины тут стоят. Кстати, в этой части нет чувака, который что-то там говорит по радио. В четвертой части будет. Вещатель у нас. Радио Кират. Надеюсь, на острове нет радио, по сути. Так. Отлично. Я уж думал, сейчас сорвемся. Так. Круто. Далее вот сюда. Далее. Также высоко. Также по веревочкам все. Ой, и все. А, нет, еще не все. Я думал уже наверх. Так. Ну вот теперь уже точно наверх. Вот. Сейчас, значит, посмотрим, что у нас там по карте, какие нам. Ушечки дадут бесплатные в магазине. Если что, отправимся. Если что-нибудь интересное будет. Надо вообще посмотреть, что там в магазине бесплатно. А то что-то я уже вон сколько вышка построил под себя. А толком даже не знаю, что это. Что у меня там за... За оружие-то бесплатно. Пещера. Это здорово. Отлично. Теперь у нас... Отлично. Все, смотрим по карте. У нас здесь вараны. Блин, опять ничего интересного, в принципе. Ну хорошо, давайте тогда отправимся на испытание. Кстати, внизу есть реликвия. РПГ. Что-то я просмотрел. М700. Это, наверное, та самая винтовка, которую я хотел. Где тут у нас? Здесь, да? Знаете, что я хочу? Я хочу для начала... спуститься, но недалеко, куда-нибудь вот сюда. Реликвия, но по-любому где-то в той пещере. Ладно, тогда давайте переместимся, сейчас возьмем эту винтовку вот сюда. Или поближе, да, вот сюда достаточно нормально, окей. Она больше всего похожа на такую болтовочную версию винтовки. Сейчас посмотрим, пистолет-пулеметы какие-нибудь, да, вот тут есть бесплатные. Дальше дробовики... Все бесплатные, штурмовые. Это мы знаем, у нас есть снайперские. Вот и... А, это хищник. А, обе. А чем отличаются? Так, чем они отличаются? А, хищник у нас отличается. Урон. А, так он все время лучше. Но здесь обвеска есть, а здесь нету. Ну, давайте вот этот изменим, посмотрим. Ну-ка, а тот нельзя изменить? Блин. А, можно. А это что такое? Ну-ка, изменить. Ага. А вот это? Глушитель. Глушитель — это круто. Тогда давай купить. Ну, давай купим. Так, обойму. Мощный прицел. Пока не надо. И экипировать.
сюда. Отлично. Далее. Быстрая продажа. И пока на этом все. Тут было прекрасно. Снова будет. Здорово. Да, все, успел. Все, теперь нам, блин, надо перейти теперь обратно к испытанию. Здесь сейчас машину еще возьмем. Все машины я деваю куда-то. Заметили? Блин, тут ноутбук еще, карту памяти забыл забрать. Но я что-то не увидел ее сразу, поэтому решил пофиг думать. Так, в стороночку, господа. Царь едет. Тут я бы уже слез, честно. Тут, в принципе, потому что даже и объезжать долго. Что машина, надеюсь, тут есть. Переплывем здесь. Потом бы забраться еще куда-нибудь. Даже здоровье, мне кажется, капельку потерял. Так. Оружие выкинул. Все, давай. По-быстренькому. $7. Здесь у нас 30. Вот, испытание. Отлично. Давайте посмотрим, что тут у нас. Так. Ну, давайте, я даже не знаю. Ну, как получится. 280 рекорд. А, нет, за 300 надо выйти. Максимальное. Максимальное, что можно сделать здесь, это выйти за 300. Ну, максимальная награда. Итак, приготовились. Нужно не тупить. Гранаты дают. Обалдеть. Обалденно. Офигеть, смотрите, просто закидывать. Время. Круто, чё? Ну давайте, мочите. Эй, вертолет, ты чё, вообще офигеешь? Какой вертолет, вы о чем вообще? А, вертолет садится. О, нормально, чё. Листочки сейчас срывать нам дают шанс. Просто дико закидываем их. Так быстро я еще никогда не кидал гранаты. Там время. Давай, в машину, закидывай. Давай, давай, давай. Еще вертолет летит, но это здорово. Я рад вертолету. Ну! Ну! Ну, куш, нажимал, ну что это такое-то? Конечно, заново начать. Это бред, баганы. Я куш, мужму. Муж грена, потому что в руках была. Обалдеть просто. Еще раз, конечно. Ну, немного мы прошли. Обалдеть, да? Ребят, как вам это? Ну что же, будем... Не-не-не. Я обязательно должен все это дело пройти. Дождь начался, да вы шутите. На испытание тоже. Так, мы не санули того чувака. Итак, пробуем. Сейчас, если я здорово, что убавится. Взорвись. Мочи, вот этих мочи всех. Вверх кидай. Да, вот. Причина, оказалась причина в том, что, наверное, у меня все-таки было. Ну, в руке граната была, и поэтому он не захотел лечиться. Так, побыром. Выкинул на последнем моменте. Так. Отлично. Кучнее, кучнее, ребятки. А то вы у меня плохо в этот панорамку пишете здесь. Чем кучнее, тем лучше. Сдохните уже, сколько вас. Там вон это.
бочки, бочки, мочи в бочке, там бочка. Кто палит? О, время. Давай, 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 не вставайте, нет? Отлично. Отлично. Так, время, время еще есть. Там время. Так, а кто-то еще мне такое ощущение палит. Все, за 300 вышли, господа. Шикарно. Интересно, если буду долго держать. Не, не хочу. Что, подорвусь еще. Ну так. Просто ради интереса будем мочить их. Что ж, за 300-то я уже вышел. Нормальное такое задание, легкое и очень интересное, по мне. Здорово, ребят. 425, обалдеть. Все. Отлично, просто я мега круто выполнил задание. Все. Нам дают 500 долларов. Если сюда будем проблемы с финансами, то обязательно сюда будем ездить. Так. И еще нам могут быть дать 400 опыта давать. Если мы чуть-чуть меньше, чуть-чуть хуже, если задание выполним, тоже это круто, если опыт будет давать. Ну, нам нужно сейчас к... Вот это, к Уиллису. Сейчас мы глянем, что у нас там еще раз по... Бля, забываю. По созданию предметов. Олень. Олень, олень. Простой чехол. Да, шкура оленя. Ауе. А теперь нам надо глянуть... Где этот самый олень? Вот он, олень. Берите сюда далеко, ё-моё. Вот это еще охота выполнить. Ушечку. Что лучше-то? Ну, давайте вот сюда. Хотя я бы эту тоже захватил. Где я сейчас нахожусь? Вот здесь. Быстро перемещаться боюсь. Боюсь, на задание зайду, и все. И... Начнется у нас задание. Ладно, вышка. Предлагаю вышечку идти. Наверное, захватывать. Так, ну что, думай, думай, сколько до этой вышки? 809, а до этой целый километр. Ладно, давайте вот эту, наверное, активируем. Так, а где у нас еще могут быть олени? Олени, олени вот здесь. Хорошо, давайте сейчас отправимся туда. Вышки я люблю активировать, подстраивать под себя. Это мое любимое задание, потому что оно очень простое. И, кстати, надо запомнить это место. Так, охота за головой. Клад, а? Старый шаг. Ну да, это я помню. Если вдруг открою всю карту, не хочу заблудиться. 500 метров, блин. А где эта вышка-то? Может, здесь проехать удастся? Как вы думаете, или я зря здесь поехал? Мне почему-то кажется... А, дорожка как раз-таки есть. Наверное, не зря. Я ее не вижу. Могу почему-то повернуться. Давай, только бы я проехал. Вон она на холме, я вижу теперь ее. Так. Надеюсь, эта тропинка ведет прямо к ней. Машины здесь просто по острову раскиданы. Причем такие неплохие. Но мне бы еще квадроцикл мешал. Такой обзор у него более хороший. Мне кажется. Стоп. Блин, надеюсь, здесь-то я смогу забраться. Наверное, нет. Как же туда попасть-то, блин? Так, тут тоже никак. Бляха ты, муха. Надо было на машине взял. Ну, здесь вообще крутой спуск. Это еще проблема в том, что как туда забраться. Ну, вот здесь очевидно. Не очевидно, а есть вероятность того, что мы... Да,
мечта иметь собачки будут. Четвертая часть, так вообще волки. Может, напишут, для чего нам это надо. Во! Что ты можешь делать? Это что такое? Маленькая перевязь для... Чё? Давайте, мне как-то вообще пофиг. И еще, по-моему, что-то там можешь делать. Можно? Нет, по-моему, что-то еще можно, смотрите-ка. Так. На, кабан опять. О, точно, вот еще хотел. Лук, лук, вот. Ну, лук мы поставим на третий слот, когда откроем. Когда заберем шкуру оленя и возьмем лук. Там, насколько я знаю, можно вешать разные стрелы. Там взрывные, обычные. Это все очень круто. Мне кажется, даже иногда польза больше от вышек, чем от аванпостов. Ну, я имею в виду... это очень заметно, эта польза. Потому что... А аванпост ты как бы захватываешь, ты просто перемещаться можешь. Ты ё-моё. Ничего сделать нельзя со змеей, вот. А вышка сразу видно, что ты захватил, что у тебя появилась карта, животные, ты видишь все, что можно сделать в этой местности. Блин, чуть не упал. Да вот, не надо спешить, особенно если ты находишься очень высоко. Мне кажется, что эти вышки иногда меняются со временем. Интересно, если, например, не захватывать эту вышку, но запомнить, как она выглядит. Потом захватить ее еще вышек 7, приехать на это и посмотреть, изменится ли она по сложности или нет. Кто хочет, так, пожалуйста, сделайте. Комментарий подпишите. Какие комментарии? Ну ты что, шутишь? Так. Здорово. Я не буду пропускать эту заставку, не знаю, можно ли ее. Честно, это наша машина. Не похоже вообще. Аванпост. И какой-то домик. Отлично. Так. Ну все, ух ты, ёмчик. Ух ты, смотрите, какая машинка хорошая. Ну это дополнительное задание. Так, сейчас смотрим внимательно, что за оружие нам дают. Пулемет, видимо, какой-то. Че, все? А, вот ракетница. И еще что должно быть, нет? Груз боеприпасов. Все. Теперь смотрим, есть ли тут олень. Блин, ну вы шутите, что ли? Тут даже оленей нет. Какое-то странное место здесь, однако. Странные места. Я бы даже сказал. Так. Давайте сейчас спустимся на тросе. Это, походу, враги, да? Эти птички мне явно не рады. И, по-моему, я им тоже как-то не очень. Мне, по сути, не нужны они пока что. А, мне лень подниматься сейчас на машинке. Доеду быстренько. Коли здесь машинки расставили по острову. Давайте попробуем выполнить. С другой стороны, я бы захватил аванпост. Тут еще испытания. Ладно, давайте сядем, посмотрим, что нам за это дают. Сброс припасов. Может быть, машина, наверное, мешает. Сейчас отъедем. Хотя она должна, по сути, исчезнуть, как мы начнем задание это. Сейчас должно быть. Нет? Вот. Так, посмотрим. 250 опыта и 225. Ну, я не уверен, что я справлюсь. Ну, надеюсь на это. Будем осторожно ехать максимально, насколько я это могу. Не люблю быстро здесь гонять, потому что очень много разных препятствий. И боюсь я... разбиться. Так, плюс нас еще кто-то там заметил, про что я и говорил. Тихо-тихо, давай выравнивай. Вон, все, успели, да ладно, нормально все. Ну да, награда не такая уж и крутая, не такая стоящая. Сейчас у нас припасы готовы.
квадроцикл. Да мне эта машина тоже нравится. А здесь какой-то другой аванпост. Да поедем к этому. У нас уж на то пошло. И все. И надо начать. Стоп, че все аванпост? Да аванпост. Мне вон шкуру надо за это самое. Давайте поэтому. Что мы сейчас делаем? Мне очень нужен олень, но они далеко. А с этой машинки я не хочу слазить. Так, ну что делаем? Что? Неужели поблизости нигде нет оленей? А, ну вот здесь. Да, придется переместиться. Ничего страшного, машин таки найдем. Сброс припаса будем использовать такое дополнительное задание. Там достаточно хорошие машинки нам даются. Даже ничего не тратил. И здесь нам олени, в принципе, не должны составить сложностей. Найти здесь еще какое-то дополнительное задание есть. Так, сейчас мы еще цветочек возьмем. Вот, пожалуйста, пандан. Пандан. Здорово. Два листа. А там для инъектора, по-моему, всего один нужен. Могу ошибаться, точно не помню. Еще давайте сорвем. Если на то уж пошло. Так, он охотится на оленей, видимо. Нам надо оленей найти на то. Бляха, ты... Я ж обосрался. Какой шустрый. Я ж нажимаю. Обалдеть. Да сколько ты... Это лев вообще уже какой-то. Чё, блин? Дай... Да сколько же тебя всадить-то надо? Офигеть. Бред прям какой-то. Сожрали, наверное, всех моих этих... Как их там называют? Олени, блин. Это тоже леопард. Так, нужно изготовить. О! 9 надо изготовить. Шкура черной пантеры. Это по-любому какое-то дополнительное задание. И еще где-то здесь один. Вот он, красавчик. Блин, ну, блин, если я не найду оленей, это будет просто капец. Вот они. Ну, бежать некуда с этого острова. Куда? А, я уже думал. Все, двоих сойдет, тем более шкуры в два раза больше собираю. Что-то маленькие оленята прям. Там на картинке прям здоровые нарисованы. Может быть, самки здесь. Так, ну все, шкуру оленей изготавливаем. А, это гранатные сумки. Ну ничего, сейчас вот еще этого возьмем. И тогда уже изготовим. Эй, а что, другого-то нельзя, что ли, не пойму? Я же вроде чехлы для оружия. Во, изготовить. Шкула акулы. Шкура акулы опять. Три ствола можем носить. Все. Так, у нас тут где-то есть магазин. Где только? Там. Да, вот там, вот в той стороне. Небольшой островок такой, но... Эпичненько здесь достаточно. Как еще вышку сюда не впендюрили. Львы, блин, тут... Откуда, не поймет, тут появляются. Так, темнеет уже. Мало задания выполнил, а больше выполняет. Так, боеприпасы, смотрим. Восполняем далее. Быстро продажи. Сейчас... Быстренько смотрим дальше. Что нам надо-то? Я забыл. Штурмовые винтовки. Что ж... А что я хотел? А, лук, гранатометы. Вот, это, наверное, эксклюзивное оружие. Во, а это что такое еще? А, это для починки транспорта, наверное. Составной лук. Круто. Экипировать. Сюда. Изменить. Снайперский прицел. Так.
дальность повышается, а у этого точность. Дальность хорошая вещь. А сколько у нас там, точнее, как он выглядит сейчас, можно выйти, пожалуйста, если без прицела глянуть. Хотя там... Ну и так... Ну ладно, давайте прицел создать, удерживайте. R, чтобы убрать стрелу. Это важно, кстати. Так, что тут у нас? Блин, а, стоп. Ну да-да-да, совершенно верно. Нерасходный метеор. О! Лекарство. Есть, эксклюзивное оружие. Вот. Итак, здесь у нас изменить. Давайте нам, наверное, все-таки дальность... Или точность. Дальность, точность. Ну что нам нужно? Дальность или точность? Давайте дальность все-таки возьмем. Да и тут точность повышается, дальность. Просто там дальность еще лучше. Ну что же, круто. Я могу вас меня поздравить. Оу, е. Ну тут закраска не нужна, наверное. И сейчас мы изготовим быстренько создание предметов. Офигеть. Никак, наверное, да? Или влазит? А ладно, влазит. Про лук почитаем. А, что читать? Все и так понятно. Лук. Прекрасное оружие. Ой, да ну, не хочу я такой. Опять нет, тот обычный с коллиматором, просто с точкой. Так, все. Так, сейчас, вот, ну, такая вот карточка у нас уже имеется. Здесь такие красные аванпосты, которые мы просто обязаны изничтожить. Вот. Потому что они просто в глаза бросаются. Ну, никак не подходит. Давайте отправимся сейчас сюда. Нам кабан еще нужен. Кстати, здесь поблизости кабанчиков-то нет. Акулы есть. Кабан вот здесь. Закабанить кабана. Все, отправляемся сюда. Сейчас посмотрим, что за задание. Может, возьмем его и продолжим потом уже в следующей серии. Итак, что же нас ждет там? Классная игра, однако. Этот город. Прямо как из сна. Дела здесь вроде не очень. А мне нравится быть куклой. Это просто. Плаваешь по течению, плывешь. Да. Также я бы хотел еще захватить аванпосты, чтобы просто убрать их. Они реально мешают здесь. Они, смотрите, они просто язвят тут в глаза. Красные такие вирусы. Вот. Ну, в общем... Займемся, наверное, этим обязательно. Также еще про дополнительные задания раз не забывать. И... Так, сейчас глянем по навыкам, по бэрам. Сколько? 2 значка навыкам. Так, у нас здесь крутые есть. Так, мы будем стрелять точнее. Здесь у нас есть... так. Так, а перезарядку-то побыстрее есть? Такая штука. Так. Так, так, так. Пока нас здесь ничего не интересует. Здесь. Где у нас по ячейкам-то? А, ну это еще не открыто у нас. Ага, ага. Бесшумно бить несколько кругов, справляясь с ним по очереди. Да нет, не это, вот это. Здорово. А это... Ну, это мы знаем. Далее. Шкурки-то это мы все сделали. Двигайтесь быстрее в положении, пригнувшись. Во время прицеления вам будет проще удерживать лук в неподвижном положении. Вы можете доставать накладывать тетиву стрел на 50% быстрее. Перезарядка пистолет, пулемет, дробовики на 25% быстрее. А здесь у нас... Быстрее меняйте оружие и принимайте положение для стрельбы при помощи правой кнопки мыши. Правой кнопки мыши. Перезарядка здесь не знаю, есть ли или нет. Ну, ускоренная. Давайте вот это качнем тогда. И, следовательно, вот это. Потому что без этого мы не получим вот этот навык. Сейчас посмотрим, пригнувшись. То есть... Садимся и... Но мне нравится быть куклой. Это просто. Плаваешь по течению, плывешь. А, не понял. Там, там описание как-то нужно делать это. Это паучок у нас. Так, посмотрим. Так, стоп.
А, просто, наверное, быстрее. Блях. Наверное, просто я двигаюсь быстрее, то есть... То есть, независимо от того... Просто я, видите, быстрее двигаюсь. Это круто. Быть куклой легко, ты не потечешь.